Pacific Drum Battle представляє «Мій рок-н-рол». Два фінали двох музичних конкурсів барабанщиків та груп. Покажи свій рок-н-рол на живому музичному. Я еще раз всех призываю присоединиться к нам. Если вдруг у вас очень уважительная причина, и вы сегодня не можете быть здесь, на ВДНХ в шестом павильоне, присылайте записки справки от врачей в наши соцсети. Твиттер, Контакт, Фейсбук никто не отменял, друзья. Да, это точно. И никто не отменял первое выступление. А у нас сегодня... Друзья, у нас групп будет много, поэтому готовьтесь. Первые ребята... Это Hidden Element. Хейден или Хайден? Хиден. Я думаю, Хиден. Как правило, первые ребята, они всегда очень сильно волнуются. Поэтому я предлагаю поддержать ребят. Серьезно, сколько... Ты видел ироничное лицо одного из участников? Кто сколько может? 5, 10, 20 гривен. Все передаем нам, ребятам, на успокоительные, на транквилизаторы. Потому что открывать такой концерт, это, извините вам, как ты сказала, не хухры-мухры. Да, этот замечательный конкурс приобрел статус не хухры-мухры. Именно благодаря выступлению этой группы. Кстати, слову сказать. Ребята буквально вырвались из своего плотного графика. Сегодня они должны быть в Харькове, вчера должны были быть в Киеве. После того, как они попали в наш финал, их график в разы стал жестче. Да, и они с концерта на концерт, На свадьбах их популярность возросла резко. Конечно. Благодаря песне вот этой, как это ваша самая популярная, вот эта вот. Та-да-та-да. Как? Точно, да. Я надеюсь, вы ее исполните сегодня. Кабриолет, да. На самом деле, ребята очень интересные. Они не могут выбрать один стиль, поэтому экспериментируют со всеми стилями музыкальными. Поэтому обозвали себя кросс-жанровый проект. Да, но не забывайте, что группа называется «Скрытый жанров. Элемент». И все-таки что-то они между строк скрывают. Что-то они скрывают, да, по-любому. Ребятки, вывернули карманы перед выступлением. Ничего не скрываем, все нормально. Вы готовы, ребята? Игорь, Нил, все отлично.
Это живой музыкальный, это прямое включение с ВДНХ 6-го павильона. Проходя мимо 6-го павильона, кстати, на ВДНХ, не проходите мимо, а заходите к нам на огонек. Как говорится, welcome to the club. Welcome to the club. Откуда ты знаешь? Я тоже подцепила эту штучку. И сейчас мы к себе зазываем ребят, которые только что вот отыграли первыми. Группа кстати. Hidden Element. И, кстати говоря, они... Так, давайте жеребьевочку. Первым выступать это довольно сложно. Сейчас узнаем, насколько им сложно было. Подвинься. Йоу, Лиза. А, вы все хотите к нам? Вау, класс! Здорово. Ой, гитарист у вас есть? А я думала, у вас одни синтюки. Так, 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 шлепали-шлепки. Шлепали-шлепки. Первый вопрос, интересно. Так, вот вам микрофон, по-моему, он даже рабочий, вам повезло. Вот ребята, которые, это, кстати, не финалисты, это победители. У нас все сегодня победители в акции «Мой рок-н-ролл». Даже мы с Алексом. И у нас вопрос такой, как вам удается быть победителями, находясь фактически в двух местах одновременно, да? Победитель, ну, это судьба. Это судьба. Да. Так пафосно. Мы все рождаемся победителями. Это судьба. А вот серьезно. Ну, наверное, делаем что-то искреннее, поэтому так получается. Ну вот вы говорите, что ваша музыка цепляет. Как думаете, благодаря чему она цепляет и где эта цеплялка находится? Ну, я говорил в передаче, Бочаков когда бьет вот так. Раз, два, три, она цепляет. Бочка прямая, все будет цеплять. Расскажите, вчера была малая опера, сегодня павильон ВДНХ, мой рок-н-ролл. Что завтра? Завтра будем спать. Завтра будем спать. Ну, планируем, по крайней мере. Вдвоем? Точно не будем. Вдвоем.
Вы. Как получится. Как и у нас прям. Ну да, мы тоже будем завтра спать. Вдвоем. Всей съемочной группой. Друзья, это была группа Hidden Element. Мы провожаем ребят. Спасибо большое. Это мой рок-н-ролл. Акция, которая проходит сегодня здесь, 6-й павильон ВДНХ. Все, кто киевляне, могут сегодня приходить и наблюдать собственноручно, ножно, глазно, как живьем звучат наши победители. Вот, спасибо, ребят. Спешите на поезд или на самолет личный. Мама, привет. До новых встреч. Не забудьте ничего взять. Струны, микрофон, помните, это все наше. Вы победители. Спасибо. Сегодня.